Семь полков покинули Сибирь, чтобы принять участие в Отечественной войне 1812 года. Более всего сибирские военные отличились при Бородино. Шерванские и томские пехотинцы удерживали знаменитую батарею Раевского с фронта, селенгинские и 18-й егерские полки прикрывали справа, а на левом краю сдерживали натиск французов иркутские драгуны. Атаки на батарею Раевского длились 5 часов. Ее одновременно обстреливали 150 французских пушек. Именно здесь был тяжело ранен командир 24-й сибирской пехотной дивизии Петр Лихачев. Потеряв в бою всех своих солдат, он, уже раненый, со шпагой в руке бросился на неприятеля. Русского генерала пленили и представили Наполеону. Оценив беспримерное мужество Лихачева, французский император вернул ему шпагу и отпустил. Прославился на Бородинском поле и будущий генерал-губернатор Западной Сибири Петр Капцевич. Портреты Капцевича и Лихачева сейчас находятся в знаменитой галерее героев войны 1812 года в Эрмитаже.